здесь из-за того, что корневая система очень близко, мы не трогаем грунт, вот, а сверху уже накладывается сначала слой песка выравнивающий, потом идет биотекстиль, потом пластиковая георешетка, там дальше это можно будет увидеть как раз. Поэтому дорожка вот, она чуть приподнята. Она приподнимается. Дорожка протяженностью более километра и шириной от 2,5 до 3,5 метров свяжет парки Мещерский и Малевича. В зимний период здесь можно будет кататься на лыжах по проложенной лыжне. Работы проводятся в рамках профильной программы губернатора Подмосковья. Рядом с нами всегда жители. Это, наверное, самый требовательный ревизор, житель, кстати, инициативных групп. Поэтому здесь подрядчику или нам каких-то ошибок или что-то сделать некачественно не дадут, потому что постоянно идет вот такой хороший контроль, такое хорошее взаимодействие и с нами, и с теми, кто находится в парке на работу. Глава округа прошел по строящейся велодорожке и выслушал дополнительные пожелания жителей, которые возникли уже в ходе реализации проекта. И по водоотведению сегодня много было разговоров, и по мостикам, которые соединят через овраг точки притяжения, детские площадки, воркауты с нашей велодорожкой. Все предложения Андрей Иванов вместе с подрядчиком пообещали учесть. Я считаю, что Одинцово – это город здорового образа жизни. Поэтому здесь нужны парки, нужны велодорожки. И сегодня проинспектировали то, как идут работы, все в срок, все очень качественно. Применяются самые современные технологии. Обустройство велодорожки между парков Мещерский и Малевича планируется завершить в сентябре этого года. Ход работ помогут контролировать одинцовские депутаты-единороссы. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцово».